В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Екатерина Пионова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Отстрел или стерилизация? Как в Сарове решают проблему бездомных животных? Круглая дата. 30 лет назад открыли вход в саровские пещеры. Пусть меня научат, какие профессии самые востребованы в нашем регионе. Далее расскажем обо всем подробно. Периодически в саровских пабликах в социальных сетях начинаются бурные обсуждения по поводу того, что делать с бездомными животными. Одни горожане сочувствуют брошенным собакам и кошкам, другие предлагают их уничтожить. Есть ли выход, который устроит всех? В 2018 году в России был принят федеральный закон, который узаконил нахождение безнадзорных животных рядом с человеком. Теперь бездомных собак и кошек не убирают с улиц, как раньше, отстреливая или помещая в приюты. Животные должны проходить по программе ОСВВ. Их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно. Однако такому соседству рады далеко не все. Я общаюсь с коллегами в разных городах, и все говорят об одном и том же. К сожалению, та идея, которая была заложена в федеральном законе о заботе с безнадзорными животными, она казалась не совсем работоспособной, либо механизмы, которые были предложены, не дают того самого эффекта. Как отметил Алексей Сафонов, в нашем городе люди делятся на тех, кого собаки не беспокоят, и тех, кто готов бороться с ними самыми жестокими способами. В июле в подвале дома на Музрукова нашли двух мертвых щенков. Одного, по рассказам жителей, застрелили, другого отравили. Жертв из этого помета было бы больше, но вмешались зоозащитники и депутаты этого округа Дмитрий Авдеев. Двоих малышей удалось спасти, они сейчас в ветлечебнице. Но едва ли на этом истории с отравлениями закончится. У человека нет права, своим решением убивать животное. Более того, даже у госвета нет такого права выбрать животное и его ликвидировать. Мы проговаривали этот момент. Есть очень жесткий перечень, по которому можно, умертвить животное. Строительство больших приютов с точки зрения Алексея Сафонова тоже не панацея. Глава города рассказал об опыте других муниципалитетов, которые пошли по этому пути. Мест для животных становилось все больше, как и самих животных. Решить проблему, по его мнению, может только воспитание ответственного отношения к животным, и к домашним, и к уличным. С ним согласны и волонтеры, которые занимаются помощью бездомным собакам и кошкам. Вот эта вся история про так собачки лучше, биология и все дела. Нет, глупости. Собак, если вы не профессиональный заводчик, надо стерилизоваться. А двориков, если кто-то хочет взять себе дворик, можно взять и в приюте, в нашем. Вот. Поэтому в первую очередь это стерилизация и кастрация. Кроме того, если у вашего животного появилось потомство, говорят волонтеры, не надо пытаться спихнуть ответственность за него на других. Не подкидывайте собак и кошек, пристраивайте их в ответственные руки. Животное – это такое же живое существо, которое нуждается в любви. Только воспитав в себе ответственность по отношению к другим, можно решить проблемы бездомных собак и кошек на наших улицах. Екатерина Опенова, Константин Островский, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». А как к проблеме бездомных животных относятся горожане? Какие пути решения проблемы, по их мнению, будут самыми эффективными? За ответами на эти вопросы наша съемочная группа отправилась на улицы города. В последнее время к нам стали часто обращаться с проблемой бездомных собак в городе. Жители рассказывают о том, как животные мешают спать по ночам, потому что громко лают. Или могут напасть средь белого дня на детей или взрослых. Мы решили узнать, так ли это на самом деле. Ни на кого не подать, все шарики добрые, все хорошие, прям чудо. Я очень люблю и собак, и кошек, и всех животных. У нас здесь в районе вообще мало собак. Вот именно вот я живу вот в этом доме, mm-hmm. Здесь вообще собак нет. Был такой случай, что собака, видимо, сбежала от хозяев утром рано. Мне нужно было ехать в командировку в Нижний на учебу. Она унюхала у меня бутерброды с колбаской и стояла, выпрашивала. Но при всем при этом я, конечно, опасалась и боялась, что она может проявить себя как-то агрессивно. Нет, лично нет, не нападали. С маслихи прибегают на Некрасова. Они мне спать не мешают, жить не мешают. Мне их просто очень жалко. Но сейчас меньше у нас собак в городе-то. Я смотрю, они все пристроенные. У нас в дворе нет собак бездомных. Я очень хорошо отношусь к собакам, очень их люблю. Единственное, считаю, что надо как-то отлавливать, стерилизовать, то не убивать. Опрос показал, что большинство горожан не сталкивались с этой проблемой. Однако существуют люди, которые замечали агрессивное поведение животных. Елена Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».
В России увеличили размер компенсации на восстановление поврежденных из-за ЧС домов. Теперь на восстановление одного квадратного метра будет выделяться не 6 тысяч, а 7 тысяч рублей. Гражданам, чьи дома пострадали в результате ЧС федерального или регионального характера, государство на 100% компенсирует капремонт поврежденных помещений или предоставит выплаты на строительство или приобретение нового жилья. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Талантливые школьники 8-11 классов могут бесплатно пройти дополнительный двухлетний курс обучения современным языкам программирования на базе автономной некоммерческой организации «Университет национальной технологической инициативы 2035». Задача проекта – способствовать появлению высококвалифицированных специалистов в IT-сфере. На эти цели в ближайшие 3 года будет предоставлена субсидия около 7 миллиардов рублей. Сеанс одновременной игры в русские шашки на 10 досках проведет чемпионка города среди женщин, трехкратная чемпионка Нижегородской области среди девушек, многократная победительница всероссийских турниров, чемпионка России 2022 года среди девушек не старше 11 лет Алиса Рубцова. Сеанс пройдет в день физкультурника 13 августа на стадионе ИКАР. Регистрация участников с 10:45. Начало игр в 11:00. Телефон для справок плюс 7 986 766 47 40. Какие профессии востребованы на рынке труда? Кто получает самую высокую заработную плату? Ответы на эти вопросы интересуют не только молодых людей, которые решают, в какой вуз поступить. Люди в возрасте также могут пройти переподготовку и освоить другую специальность. Нижегородская область – это промышленный регион, и большую часть банка вакансий у нас занимают вакансии промышленных предприятий. Нужны высококвалифицированные рабочие инженеры, причем во всех отраслях промышленности. Таких вакансий около 17% от всего объема предложений от работодателей. Следующие, наверное, по популярности идут транспорт и логистика, потом торговля, а потом, наверное, социальная сфера, здравоохранение, образование. Потребности в этих специалистах сохраняются в регионе последние 2-3 года. Единственное, в ковидный период взлетел спрос на медиков, и до сих пор он не падает. В этой сфере область может предложить около 5000 вакансий. Но, как считает Арина Садулина, и остальные профессии из востребованных сейчас еще долго будут популярны на рынке труда. Те, кто пользуется общественным транспортом, они видят, как часто транспорт ходит, а проблема заключается в том, что у нас просто не хватает водителей. Например, Нижегородское транспортное предприятие испытывает потребность, они ждут водителей, причем они предлагают очень конкурентоспособную заработную плату. И сейчас, грубо говоря, даже работодатели соревнуются уже не только по уровню заработной платы, а по объему социальных гарантий, которые они могут предложить для того, чтобы заманить к себе этих работников. Служба занятости населения региона даже предлагает доучить водителей, если у них нет нужной категории. Возможности для трудоустройства есть не только у молодых людей. Предпенсионеры активно участвуют в программе содействия занятости нацпроекта «Демография», переучиваются и осваивают новую профессию. Также помощь в поиске работы служба занятости оказывает и инвалидам. Что касается людей с инвалидностью, то мы можем также предложить обучение под востребованные на рынке труда профессии. Кроме того, мы сейчас активно расширяем взаимодействие с общественными организациями по трудоустройству инвалидов. У нас уже есть вполне определенные результаты. Кроме того, Арина Садулина рассказала о трудоустройстве подростков летом. В этом году на молодежной бирже труда царил небывалый ажиотаж. Работает эта программа и в нашем городе. Подростки от 15 до 16 лет помогают на различных городских предприятиях. ДЭПИ, центре ЖКХ, Горавтотрансе, товарной базе и Горводоканале. Екатерина Опенова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Возникновение пещер Саровского монастыря относится к самым ранним годам его истории. Пещеры были задуманы первоначальником Иоанном по образу Киево-Печорских. Копать пещеры он начал в 1691 году. История этих мест богата и удивительна. В пещерах бывал и последний император Николай II. В 1956 году вход в Саровские пещеры засыпали строительным мусором. Искать их стали только через 4 десятка лет, в 1992 году. 18 апреля члены исторического объединения «Саровская пустынь» начали раскопки, а 22 июля вход нашли. Саров открыл для себя пещеры совсем недавно. Их поисками в 80-е годы занялось историческое объединение. Подземные ходы со специальной аппаратурой искала Ленинградская геологическая экспедиция. Но на 5-6 метрах буровые машины сели. Почву пробить дальше так и не удалось, а алмазных буров не было. И вход в пещеры так и оставался неразгаданной загадкой. Но сдаваться никто даже и не думал. Тогда мы обратились к нашим жителям. В то время еще много было людей, которые были в этих подземельях.
и начали ставить крестики, где этот ход может быть. И разбег был большой, поэтому мы не начинали работать. Но появился один человек, Лев Сергеевич Русин, который сказал: «Я был, я знаю, и я буду с вами копать». Раскопки продолжили после схода снега в апреле. Работы шли медленно, с соблюдением всех правил техники безопасности. Вход снова не нашли, уперлись в бетонную стену. Уже было развернулись назад, и буквально через метр на глубине 9 метров почувствовали холод. Это были подземелья. Солнце уже село за горизонт, и было довольно темно. А копали мы сами, но тут интересно, у нас образовался коллектив. Ребята копают, а девушки наши приносят нам еду. Хлеб с икрой заморской и томатный сок. И до сих пор эта еда у нас считается нашим блюдом. На ночь ход зарыли. С утра, вооружившись шахтерскими фонарями, касками и веревками, уже готовились к спуску. Азарт нового открытия смешивался со страхом. Полезли вниз два человека – Алексей Недошивин и Анатолий Агапов. Мы зажгли свечку. Свечку зажгли, чтобы проверить, есть ли там кислород или нет. А то залезешь и можешь не вылезти. Сказали ребятам, что мы будем 10 минут проход у нас. Через 10 минут и ищите. Вот. Залезли. Поразило меня что? Что мы шли как по лунному грунту. Дальше долгое время подземный город был бесхозным. На вход вешали дверь, зарывали их. Но молодежь, которую так и манил ореол таинственности, окутавший эти места, такие ограничения нисколько не остановили. Зарыть находку удалось только на третий раз. Чтобы понять, увидеть, ощутить атмосферу этого места, достаточно провести здесь не больше 10 минут. Но что почувствует современный человек, который решится остаться тут на ночь? Анатолий Агапов вместе с Антоном Масловым все же решились проверить себя. Ощущения там, когда ты под землей, совершенно другие. Особенно, когда абсолютная темнота, и она уже действовала. То есть мы там легли спать, как бы, то есть мы не сидели, не стояли. Мы туристы, у нас все просто это. Проснулся я, посмотрел, и у меня такое ощущение было, что я вижу стенки серые. Вот. И надо сказать, что после вот этой ночи у меня немножко повернулось мировоззрение какое-то. Полная история подземного комплекса в нашей программе «Пешком по Сарову», выпуск 16. 1 августа весь православный мир отмечает день обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Чудотворец родился в Курске, в 17 лет ушел в монахи. Жизнь святого неразрывно связана с нашим городом. Серафим Саровский – один из самых почитаемых святых. По преданиям, вся его жизнь была отмечена Божьими знамениями. В детстве он упал с колокольни храма, но остался невредим. Затем тяжело болел, однако Богородица в видении обещала его матери, что он будет исцелен. Серафима приложили к Курской иконе Божьей Матери знамение, и он быстро поправился. В 17 лет юноша окончательно решил оставить светский мир. 2 года он подвязался в Саровской Успенской пустыни, а затем 18 августа 1786 года принял постриг с именем Серафим, что значит «пламенный». Маленьких саровчан жизнью и духовными подвигами Серафима Саровского знакомят в детской библиотеке имени Пушкина. У нас в библиотеке постоянно действующая выставка. Приходя сюда, ребята узнают о жизни батюшки Серафима. 1 августа пройдут праздничные мероприятия в честь 2-го обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Для многих горожан эта дата особая. К празднику сотрудничают Сотрудники Пушкинки помимо традиционной выставки подготовили интерактивную площадку в гости к батюшке Серафиму. В течение недели в отделе литературы по краеведению ребята будут знакомиться с жизнью батюшки Серафима, просматривая книги, журналы, видеофильмы. А мы, в свою очередь, проводим с ними беседы, такие, допустим, «Подвиг веры», «Светоч души и сердца». И все, что ребята здесь увидят и услышат, а они потом воплотят в своих рисунках. В своих работах дети отразят свое видение и восприятие человека, ставшего великим святым русской земли. Интерактивную площадку можно посетить в часы работы детской библиотеки для лиц старше 6 лет. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пионова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.